Оби-Ван. Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и поскольку сейчас выходит Звездные войны 9 эпизод, выходит новая игра Звездные войны Падение Ордена Джедаев, это вроде как 3-й эпизод будет, и еще выходит скоро, я так понял, в 2020 году, Звездные войны, Войны клонов, 7-й сезон, поэтому сейчас, блин, все на Звездных войнах, давайте пройдем какую-нибудь игру. Если вам это не понравится, если вам не понравится игра Star Wars The Force Unleashed, давайте я пройду тогда Battlefront какой-нибудь, второй там, или первый, не знаю. В общем, напишите в комментариях, какую игру по Звездным войнам пройти. Если что, на втором канале, ссылка на который будет в описании, и также в подсказке, и в конечной заставке, я оставлю ссылочку, где я прохожу Лего Звездные войны The Complete Saga. Так что, если что, заходите, смотрите. Ссылка в описании. А мы начинаем новую игру или продолжим? Не, давайте новую игру начнем. Тут мышка не работает. Давайте новая игра. И я начну заново. Потому что я чуть-чуть поиграл, посмотрел как. Ну как, чуть-чуть поиграл. 2 минуты походил и все. Звездные войны. Блин, меня за это забанят, за эту музыку. Звездные войны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также ваши комментарии с прошлого видео сейчас на экране. Пишите комментарии, попадайте в следующий ролик. Так, раскрытая сила. Галактика на грани погружения во тьму. Галактическая империя уничтожила Старую Республику. Бесчисленные миры оказались зажаты в каких-то там этих... Почти все рыцари-джедаи были истреблены, лишь немногим из них удалось спастись от имперских войск и скрыться на просторы галактики. Ну, по канону, остался один Люк. И все, больше джедаев нет. Шпионы Императора обнаружили на Кашике родной планете Вуки одинокого рыцаря-джедая на его Блин, я даже не знаю, кого... Ну, если по канону идти оригинальной трилогии, но я знаю, что это не оригинальная трилогия, это что-то вообще другое. Надо бы еще будет прочитать описание, по какому канону это идет. Потому что я, честно говоря, сам не шарю. Так, ну это Дарт Вейдер вылетает на своем. Стоп. Или нет? Блин. Ну, 9-й эпизод жду. Вот в оригинальной трилогии я шарю все, тут ничего не понимаю. Я знаю только, что будет... Интересно. Играл на PSP в эту игру, но там совершенно кардинально все по-другому в этой игре. На PSP. Так, выходит Дарт Вейдер. Хорош, хорош. Да, хорош. Прикольно, что мы сразу начинаем играть за него. Так пафосно, вот это да. Круто, стреляют. И он идет. Нас поджидали на высадке, но я все держу под контролем. Меня не интересуют твои ошибки, командир. Я здесь по своим делам. Вот это жестокость. И мы сейчас за него будем управлять. Точнее, играть. Дарт. Вейдер. Давайте посмотрим, какой он. Вау. Ля какой. Ладно, ставьте лайк. Ну, это я уже сказал. Блин, у меня мышка-то. А можно мышку скрыть? Мышку я скрыть не могу. Придется играть с мышкой. Ну, ладно. Такая себе... Ну, ладно, порежем, короче, своего. Штурмовика. И идем против Вуки. Блин, мы так идем, как будто нам вообще пофиг на все. Не знаю. Так. Удерживайте У. Бум. Вау, вот это сила. Вот это мощь, вот это Дарт Вейдер. Окей, идем дальше. Ничего не было. Так. А мы можем бежать как-то, нет? Так, мы можем взять камушек и кинуть его нафиг туда. И смысл. Воу-воу-воу, тут кто-то сильный есть. Да, такое.
Не-не-не, я тебя хочу захватить и выкинуть. Блин, вот это как бы круто. А я могу так против всех, против императора, не знаю. Оп. Мило. Да. Та-дун-тун-та-дун. Тан-тан. Блин, музыка еще. Я не знаю, типа, в чем прикол. Это крутая аркадная игра. Просто брать всех, скидывать. Что? А что там прогрузилось? Там что-то прогрузилось. Ладно. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, камушек. Нам, куда он улетел? Так, он прыгает хорошо, так-то. Да блин, не туда я целился. А мне своим не нужно помогать? Ну ладно, давайте, я буду ЧСВ Дартом Вейдером. Или Дарт Вейдером. Как там, правильно? Отставит меня. Так. Я смотрю на карту, мини-карта, кстати, помогает. Потому что вдруг я пошел бы сейчас налево. Вау, хорошо. Блин, игра вроде как старая, но мне нравится здесь все. Неплохо. Ха. Хорошо. Так, опять этой силой надо воспользоваться. Блин, круто, конечно. Баланс в этой игре идеальный. Но я не знаю, но это, наверное, первый уровень такой, потом будет пипец как сложно. Вот мне почему-то кажется, что сейчас специально все так легко. Эй, да блин, да не его брать. Я хочу взять вот этого. Улетай. А чё душить, кстати, не могу? Можно я кого-то удушу? То я могу вот так вот делать. Как бы просто это неинтересно. Вот этого просто захватить могу. О, вы видели? Тайминг какой был. Вот это хорошо. А, ладно, он пропал. Бум-бум-бум-бум. Прощай. Так, и что это? О, это лифт! Нифига себе, это лифт! Здесь есть лифт. Так, мне наверх. Хорошо. Так. Ай-яй-яй, ты что делаете? Меня хп еще даже не отняли. Как мне отражать пули? Так, тихо, ты чё мне? Короче, ладно, поскольку я все равно могу сделать вот такую вот дисбалансную штуку. Типа, смысл? Я могу просто идти постоянно этой силой, которая восстанавливается, блин, каждую секунду, да? Раз в секунду она восстанавливается. Синяя полоса под ХП. ХП зеленая, да? Так, это означает, что мне нужно пройти другим образом, правильно? Правильно, вот это да. А здесь есть какие-то пасхалочки? Отстаньте. А где, кстати, эти штурмовики? Что-то они все пропали. Пока. Блин, это, конечно, круто быть Дартом Вейдером, раскидывать всех направо-налево. Тот просто упал? Я же его даже не захватил. Так. Как отбивать пули, мне интересно было бы. Что у него с плащом? У него плащ какой-то странный. А я могу? Да, могу. Отстань от меня. Ты что делаешь? Вуки. Вуки. Вуки, тихо. Тихо. Опа. Да, мне нравится. Это прикольно. А, я могу просто нажать на эту кнопку. Я могу даже не собирать. Нифига себе. Только я трачу силу. Хорошо. Хорошо, мне это нравится. Хорошая игра. Почувствуй себя джедаем. Симулятор джедая. Так. Отстань, не стреляй в меня. Ты что делаешь? Да, он достаточно сильный, я вам скажу. Ну, это и так понятно было.
Бум. Так. А что правой кнопкой мыши делать, я не помню. Дом джедаев. Темный лорд. Зачем ты пришел? От меня не скроешься, джедай. Уходи. Вау. Я могу, типа... А, ладно. Подождите, в чем... Ваш род световым мечом пытается парировать. Быстро нажимайте, чтобы держать вверх. Ага. Вот это я его унижаю, конечно. Блин, я не знаю, что-то нечестно у нас битва с ним получается. Я даже не знаю, кто это, что за ноунейм. Да блин, как защищаться? Я не шарю, как защищаться. Бум! Блин, я не знаю, его как будто троллю как-то. Так, тихо. Бум! Шо, что, что это такое? Он хочет обрушить дерево? Отстань! Ай-яй-яй, нифига. Да что ж такое? А как мне отбивать-то? Я хочу отбивать, блин, давайте, покажите мне управление, что я еще могу делать? Да что я могу делать-то? Ладно, будем просто этой штукой, которую мне дали. Мне типа дали только ее. Еще я прыгать умею. Будет логичнее становиться возле него, чтобы он на меня ничего не уронил. Правильно? Еще вот так вот делать можно. Бесконечно. Типа такое. Опять становлюсь под ним просто. А чё бы нет? Он же на себя ничего не уронит. Стань от меня. Ты чё делаешь? Ты обнаглел, что ли? Блин, я не понимаю, как мне его атаки. Бум. Да блин, что? Вау. Это Кеноби? Блин, не та кнопка. А, да-да-да. Джедай-одиночка. А если не хочу его убивать? Насколько мне известно, нельзя убить джедая прямо вот так вот, просто силой, чтобы его там бить. Его надо зарезать, если честно. О, кат-сцена. Ты был избран... Кто это? Моего учителя ты убил много лет назад. Значит, сейчас я и тебя постигну та же участь. Сын. Беги. Да, сейчас его задушат. Угу. Да, он его забрал с собой. Интересное начало. Ты был слаб, когда я нашел тебя, но сейчас твоя ненависть стала твоей силой. Наконец-то темная сторона стала твоим помощником. Сейчас него порежут нечаянно. Да. Поднимись, мой ученик. Что он будет угодно, мой повелитель? А император знает? Ваши шпионы обнаружили что-то? Да, магистр.
Рамакоту. Ну окей. Император не должен знать, не остались свидетелей любви всех, кто, кого встретишь, и имперцев, и людей Коты. Как вам будет угодно. Ну, это типа его сын, ну, приемный, типа, все дела. Оби-Ван. Оби-Ван. А. Блин. Боже. Я не знал об этом. Оби-Ван. Это прикол такой, это же типа Оби-Ван должен был быть. Потому что он либо умер уже, либо он очень старый. Бен уже. Captain Juno Eclipse. Имперскую академию. И убила 200 человек. Это по-любому. Тут есть психологический портрет. Сейчас она его убьет. А нет. Да, но доступ ограничен. Он сарказм же не понимает. Это наш пилот. Вроде бы лорд Вейдер должен все чувствовать. Вроде как. Чего не чувствует ничего? То, что типа, ой, предательство или что-то. Про меня что-то говорят плохое. Он ходит как она, типа. You don't need to know anything about my missions except where I'm going. Now I need to jump to Nar Shaddaa. Can you handle that? Of course. Mm-hmm. Okay. И что сейчас будет? Эпизод 2? Не играл в эту игру, честно. Вы получите дополнительные очки сил, если будете применять разнообразные приемы. Не, все, на этом все. Как бы мы приемный сын, мы потом. Добро пожаловать на борт, хищный мой господин. Быстрее для вас тренировочная зона. Наоборот, здесь вы можете попрактиковаться. Нет, попрактиковаться я сейчас не буду, потому что сейчас я закончу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Не забывайте добавлять друзей ВКонтакте, вступать в группу ВКонтакте. И, в общем-то, пишите в комментариях, какую игру по Звездным войнам пройти. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!